Отож, дорогі друзі, ми повертаємося до студії і вже раді представити вам гостя, який є в нашій, який завітав до нашої студії. Це Микола Антонович Кравченко, художній керівник Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. Вітаємо вас, дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Отож, ми впродовж усього тижня говоримо про театри. І хотілося б вже такий акцент хороший поставити на наших хороших друзів, тому що достатньо часто розігруємо білети на ваші вистави. А саме поговорити про життя в вашому театрі. Що нового стало за последние часы, что планируется? Ну, вы знаете, жизнь в театре всегда интересная, разнообразная, потому что это постоянный процесс поиска, процесс творчества. Все работают, работают актеры, работают режиссеры, работают художники, художники по костюмам, декораторы, бутафоры, пошивочные цех. То есть все находятся, вот каждый месяц практически выходит новый спектакль, ну, может, немножко реже, чем каждый месяц, но весь театр занят в этом процессе, и вы знаете, что... То есть, собственно говоря, для чего, наверное, вы и пригласили меня сюда в воскресенье. Мы будем отмечать Международный день театра, или, скорее всего, он называется Всемирный день театра, который был учрежден в 1961 году ЮНЕСКО, и основным лозунгом всех вот этих вот дней театра было... поиск взаимопонимания и мира между народами. То есть он несет вот такую вот миротворческую миссию. И я уже говорил вашим коллегам много раз о том, что история театра, древнегреческого театра, знаменательна тем, что первые спектакли, несмотря на то, что Греция вела постоянные войны, так называемые Пелопоннесские войны, но первые спектакли, которые были поставлены в древнегреческом театре, они носили антивоенный характер. Вот такая, вот как, такая когда история обернула все. Да, да. Вот театр на протяжении всей своей истории все-таки ставит своей задачей смягчать нравы людей и поворачивать их в сторону любви, дружбы, взаимопонимания, и особенно главное, любви. Да. А то, что именно театр дает вам возможность просто прямого контакта с актером. Но вот да, только безусловно. Да. Говорили о том, что кино такого не даст. Я вот лично люблю несколько раз ходить на один и тот же спектакль, а смотреть просто, как изменяется вот актер. Он тоже развивается, ну, в конечно, своей роли. Безусловно. Это очень интересно. Да, спектакль — это не нечто такое застывшее, не некая догма. Спектакль во многом, особенно комедии, во многом зависят от настроения зрителей. Ведь бывает так, что спектакль идет, к примеру, хронометраж спектакля, комедии в основном, потому что мелодрама, драма, трагикомедия, она меньше существует пауз в спектакле из-за реакции зрителя. А когда идет комедия, то, может быть, за счет реакции зрителя, может спектакль или сокращаться до там 5-7 минут, или на 10-15 минут идти больше, потому что зрители, вот надо делать паузу, пока зритель отреагирует на то, что происходит на сцене. Ну, я хочу сказать, что да, очень приятно помнится, как Хума Люденс проходил вот в прошлом году, брали интервью у актеров, которые приезжали, они говорили: боже, у нас наш зритель реагирует на одни моменты, Николаевский на другие. Это да. Тоже в этом есть, тоже свой конечно, класс. Конечно, конечно. Что сейчас готовится, потому что мы знаем, что Русский драматический театр сейчас готовит очень много премьер. Какие именно? Ну, вы знаете, у нас сейчас в работе два спектакля, два основных спектакля. Это пьеса Герша «Эти свободные бабочки», вот, и пьеса Гельмана «Скамейка». Это не многонаселенные спектакли. В одном спектакле 4 человека, в другом спектакле 2. Но режиссеры там, кроме того, что заложено в пьесе, они еще фантазируют и добавляют действующих лиц для того, чтобы усилить тот акцент, который они определяют для спектакля. Вот. Это вот два спектакля. Дальше у нас будет работа совместная с турецкой группой. Драматург
Бемуза Монтаев, есть такая пьеса «Игры на крыше старой мельницы». Приедет к нам художественный руководитель Анталийского театра, вот, Селим Гюрата, он будет ставить спектакли. У нашего театра с этой группой такая давнишняя дружба, потому что Селим участвовал в проекте украинско-болгарско-турецком. Это было, если я не ошибаюсь, где-то 6-7 лет назад. В Болгарии я ставил спектакль «Хюрем Султан». Uh-huh. Это вот версия Роксоланы, то версия турецкая. Uh-huh. Вот, не наша, не загребельная, uh-huh. а там есть такой Архан Асена, автор, который написал как бы свою версию. Я хочу сказать, и вдохновитель на тот сериал, который сейчас все просто смотрят. Да, и в общем-то, вот Селим играл главную роль в этом спектакле в болгарском театре, там, вернее, в Болгарии, в турецком театре. Мы с ним нашли общий язык, достаточно интересный человек, и у него где-то приблизительно такая же судьба, как у меня. Он актер. Он актер, но работает художественным руководителем театра и играет спектакли. Я немножечко как бы пошел по другой стезе. Я из актерской профессии перебрался в режиссерскую, но тем не менее я актерскую не оставляю. Есть у меня один спектакль, который мы, кстати, сегодня работаем. Но это достаточно легкая комедия, такая называется «Свадебный марш». Так вот, приезжает эта группа, будет работать вместе с нашими режиссерами, художниками. Работать будет Виталий Манжели, наш молодой режиссер. Он уже работал, работают, они работают как бы в системе переговоров по скайпу, они пока вот так вот. А потом в июне месяце мы подготовим постановочную группу, мы подготовим все, и приедут турецкий состав для того, чтобы заканчивать работу. В мае месяце наш театр едет в Анталию на фестиваль, международный фестиваль, и это достаточно ответственное мероприятие, хотя сейчас такие события происходят, и Министерство иностранных дел не советует выезжать гражданам Украины туда, на восток, в Турцию. Не знаю, что будет, где-то приблизительно 25 мая мы должны выехать. Фестиваль достаточно сложный для нас, потому что мы не так часто ездим за границу, не так часто нас приглашают, в принципе, там достаточно серьезный отбор, потому что в основном принимают участие театры из европейских столиц. Вот, и, наверное, там кто-то будет достаточно с таким серьезным... А какой спектакль? Вы же определились? Да, мы везем спектакль «Инкогнито из», то есть это версия «Ревизора» Гоголевского, но она осовременена, добавлена музыка в этот спектакль, он носит вот такой чуть-чуть облегченный характер, хотя и «Ревизор», собственно говоря, комедия, но комедия 100 лет назад и комедия сегодня, они носят разный уровень время подачи, и юмор немножечко другой. Поэтому как бы там комедия жизни, мы комедию воспринимаем немножко по-другому. Это как повод посмеяться. А там все-таки сарказм. Здесь на чем зубы, да. Мы с вами говорим о планах, а вот ко дню Всемирного дню театра, чем вы будете радовать зрителей? Ну, вы знаете, как-то так получилось, волею судеб, что у нас хитом сезона этого стал спектакль «Дракон» по пьесе Шварца, и он вот как-то так получилось, звезды так стали. Я не знаю, чья это заслуга или чья основная заслуга, но вот долгое время мы работали над этим спектаклем. Я несколько раз переделывал саму литературную часть, потому что взять в чистом виде пьесу Шварца «Дракон», она, в общем-то,
достаточно сложно в постановке с тем количеством людей и с теми персонажами, которые есть. Почему? Потому что там есть, кроме людей, там есть осел, там есть кот, там есть вот такие вот персонажи басен. Вот. И надо было адаптировать к театральной сцене. Пьеса была адаптирована как киносценарий Гориным, и Марк Захаров поставил фильм, достаточно, в общем-то, знаковый фильм, и замечательные актеры играли. Было очень сложно и страшно браться за эту тему, за этот материал, потому что, в обязательном порядке все-таки зритель сравнивал бы, зритель, который приходит в театр, который знает эту драматургию, который знает кинематограф, конечно, и увлечь его таким образом, показать ему нечто такое, чтобы не давало ему возможность сравнивать с фильмом, спектаклем. Вот это была основная задача, и, скорее всего, что она удалась. Я хочу сказать, творческая... что очень удалась, потому что я просто как зритель хочу сказать большое спасибо вам как режиссеру. Я был и на предпремьере, и на премьере. Уже несколько раз просто ходил в театр именно на «Дракона». Это, конечно же, что-то нечто, потому что просто удивляет батальность этой картины, потому что, я так понимаю, весь состав задействован. Весь коллектив задействован. Это просто масса, и действительно очень глубокий смысл, и самое главное, актуальненько. Да, вы знаете, я вам скажу, что, понимаете, я когда ставлю спектакль, нужно найти одну какую-то сцену, как ключик к спектаклю, как ключик к тому, что будет происходить и на сцене, и в зале. И для меня самая сложная сцена была, это сцена боя Ланцелота и дракона. То есть, как поставить на сцене, на театральной сцене, что там должно происходить. Предлагали делать видеоряд, чтобы там что-то... Я хочу сказать, что эта тайна, в которую они смотрят через эти подзорные, это нечто. И потом пришла, как-то так пришла мысль такая, приснилась, что просто люди наблюдают, что там происходит. Не надо там... Это такая интрига, хочется тоже взглянуть. Слава Богу, и когда я понял, что будет происходить, и как оно будет происходить, как они будут расположены, эти актеры. Почему? Потому что мизансцена, по большому счету, статичная. Они лежат, движение должно... Бой, что это такое? Это некая высшая эмоциональная точка такая. Опять-таки, звезды так стали и все получилось. Конечно же, нужно отдать должное все-таки артистам, потому что они молодцы, действительно, от их слаженной работы, а в том, как они смотрят в одну и ту же точку, синхронно не видя друг друга, я всегда поражаюсь, насколько это надо хорошо отработать было материал. Молодцы, да, слава Богу, бывает такое, что ведь работа театра – это процесс. Мы же не можем сказать, никакой театр в мире не может сказать, что все спектакли, репертуары театра находятся на одном очень высоком профессиональном уровне. И притом мы еще во многом зависим от спроса зрителей. То есть я не думаю, что все зрители, которые посмотрели этот спектакль, вы так относитесь, кто-то, может быть, его и не совсем понял. Кто-то понял там 20-30%, потому что слишком много заложено знаков в этом материале и в драматургии, и в художественном оформлении, и в костюмах. Костюмы вообще шикарные, с латками этими, с руками. И в музыке, опять-таки, надо было найти какой-то вариант, почему же дракон отговаривает Ланцелота бороться за этих людей, и что он должен показать. Тоже вопрос был такой, что же должно произойти на сцене перед зрителем, чтобы дракон сказал, смотри, за кого ты будешь умирать. И надо было придумать вот эти руки, вот эти вот все. Реально, да. Это, жизненно. Я хочу сказать тем зрителям, которые еще не видели «Дракон», то придите, пожалуйста, посмотрите, вы останетесь довольны, поверьте. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали. Вітаємо вас уже з святом, яке прийде зовсім скоро. Бажаємо наснаги, що найголовніше. Звичайно, щоб ви радували глядача нас, тому що ми просто завжди в захваті від роботи, які демонструє російський драматург. Дозвольте мені
привітати всіх колег, всіх акторів, режисерів, працівників театру з Днем театру і побажати їм творчої наснаги і оплесків глядачів. Дякуємо вам, дякую за те, що сьогодні завітали в нашу студію.